волшебной пули. Мы сегодня решили обсудить, Любовь Сергеевна может отключиться, с Андреем Александровичем тему артериальной гипертонии. Ну, начинаем мы. Я думаю, что к артериальной гипертонии мы будем возвращаться не раз. Но первый вопрос, который я задал, существует ли нормальное артериальное давление, где тут вообще зарыта собака. Я из эфира выходить не буду и буду тут присутствовать. Макролиды при микоплазме обязательно 2 недели, 10 дней минимум. Да, передаю слово, Андрей Александрович. Добрый вечер, уважаемые коллеги, добрый вечер. Ну да, действительно, тема гипертонии, она необъятная. Наверное, начнем, помолясь по чуть-чуть, откусывать от этого обширнейшего пирога. Причем я очень рассчитывал, что сегодня вас довольно сильно удивлю. Поскольку сам был удивлен безмерно. Безмерно, и давайте приступаем. Ну, сначала начну с предыстории. Она несколько затянутая, но для того, чтобы мы с вами примерно думали в одном направлении, надо вспомнить нам эту историю. Тем более, что предыстория очень интересная. Вернемся так лет на 350 назад в Европу, во времена, когда проходит лондонская чума, знаменитая эпидемия 1665-1666 года. Кстати, по этому поводу есть книга Даниэля Дефо. На самом деле, конечно, Дефо там фамилия. Она передана на русский язык. Ее можно спокойно почитать. Что я в свое время, лет, наверное, 7 назад, сделал с превеликим удовольствием, хотя мне не очень нравится его стиль. Еще со времен детства, еще со времен Робинзона Крузо. Но очень интересно. Как раз он воспринимается как свидетель, хотя он не совсем там свидетель. Так вот, интересно было посмотреть как эпидемиологу с точки зрения мероприятий, которые позволяли бы контролировать, ну или каким-то образом уменьшить последствия чумы. Я вам больше того скажу, если вы мне не поверите, пожалуйста, можете прочитать. Вдобавок к тому, что они проводили тогда, мы сейчас, пожалуй, могли бы добавить только лечение больных и дератизацию. Все остальное, вот то, что нужно было, они сделали. Как они сделали? Какие на то время существовали теории устранения болезни? Ну, понятно, Божье наказание, которое там муссируется всякое. Но было что-то и материалистически научное, да, и называем мы это, помним, как теорию миазмов, которая говорит, что все болезни из-за того зараженного воздуха в низких местностях, потому что там плюют, какают, и там болото, и ночью, по ночам, почему-то именно по ночам оттуда поднимается вредное испарение, и человек, который спит на земле особенно, да и вообще на первом этаже дома, вдыхает и с открытым окном, вдыхает эти вредные испарения, от чего болеет и умирает благополучно. Поэтому спальня... Вообще-то ночью туман поднимается с болота. Поэтому туман поднимается с болот. Ну, видимо, да, концепция такая. Поэтому, если мы посмотрим, спальни в средневековых европейских городах расположены на вторых или третьих этажах. Более того, если мы вспомним там любую историческую литературу, псевдоисторическую там, приключенческую, того же самого Дюма, на ночь закрыты не только окна, но и ставни. Казалось бы, а зачем закрывать ставни? От шума? Но, как оказаться, не только от шума, в том числе и от миазмов. Ну, это давняя история. Эту историю поколебал очень сильно, но не уничтожил. Миазматики существуют до сих пор. Ее сторонники, они достаточно активные и агрессивные. Не советую вам с ними общаться, они могут вас покусать. Так вот, сейчас же миазмы, вы знаете, самолетов что-то. Павел Андреевич, я поэтому и говорю, что они могут испускать. То есть мне дальше молчать, да, я понял. Миазмы распространяются с самолетов. Я думаю, что еще со спутников там облучают нас какими-то миазмами. 5G, да. Теорию миазмов в свое время шандарахнул очень основательно Джон Сноу. Для тех из вас, кто смотрел «Игру престолов», это не тот Джон Сноу. Это реальный Джон Сноу, настоящий герой, лейб-анестезиолог, который, собственно, поскольку он был лейб, то обезболивал королеву-мать в родах. Там у нее было достаточно много детей, и вот три или четверо родов он обезболивал. Он непонятно, по непонятной причине вступил в спор, в дебаты о том, что является причиной холеры, причем идея миазмов ему то ли не нравилась, то ли уже была занята, ему пришлось противоречить.
И он решил доказать, что причина не воздух в загрязненных местностях, которые расположены ниже по течению Темзы, где туманы по ночам особенно страшные, и в болотах торфяных, а о том, что на самом деле причина-то в воде. Но теория, тем не менее, существует. Существует еще лет 50, очень долго сопротивляется. Я просто сейчас примерчик покажу. К сожалению, здесь анимации нету. Это вот как раз одно из шикарных исследований того самого Джона Сноу, нашего великого. Это эпидемия Броад-стрит, вот это кусочек города Лондона, где каждая точка обозначает одного больного холерой. Возникает эпидемия в районе Броад-стрит. Джон Сноу, поскольку он был близок к королеве-матери и королевской семье, вхож в этот дом, он мог себе довольно многое позволить, он добился разрешения, чтобы помощники его делали по домовой обходе. И здесь еще крестиками обозначены водоразборные колонки. Если мы посмотрим по очереди от периферии к центру, мы увидим, что большинство случаев как раз собраны вокруг одной центральной колонки. Эта колонка, причем жители жаловались на то, что вода оттуда идет вонючая и грязная. Немножко продолжали все равно ее пить. Не все, правда, здесь как раз еще в одном месте расположен, его не очень видно, пивзавод. У него маленький пивзаводик был расположен. И работникам разрешалось выносить что-то, по-моему, по 4 пинты пива на каждого члена семьи в день. Поэтому они благополучно дома пили пиво в основном. И плюс они могли пользоваться скважиной, которая подземную воду добывала на территории этого завода. Но факт тот, что Джон Сноу добивается снятия этой колоночки. И эпидемия прекращается, холера, да, и вот эта колоночка, вот она с двух ракурсов, собственно, она так и стоит со снятым благодарными потомками. А вот на втором фотографии, на правой фотографии в районе, видим бар, который называется Джон Сноу. Улица, правда, теперь называется не Броад-стрит, а Бродвик-стрит. Что появляется на замену? Святое место пусто не бывает. И сам того, может быть, не желая, еще не понимая, не имея представления о микробах, но Джон Сноу становится провозвестником будущем микробной теории. Потом микробная теория очень быстро развивается, захватывает ума, и на рубеже веков, во всяком случае, у медиков, у специалистов в области общественного здоровья появляется четкое представление о том, что вот-вот, и мы найдем причины всех болезней. Это некие микробы, которые везде находятся, везде, везде, везде. Они из них зловредны. Да, сейчас мы ничего с ними сделать не можем, но мы же научимся. Мы научимся, и таким образом мы победим. Мы победим болезни, и человечество будет жить, ну, если не вечно, то очень долго, счастливо и не болея. Но оказывается, что не все так хорошо, что большая часть болезней все-таки не имеют возбудителя. Не являются инфекционными заболеваниями. А вот насчет причин неинфекционных заболеваний, а что является причинами? Возвращаться к теории миазмов, наверное, не очень логично. Хотя такой откат тоже был заметен в то время. Что же произошло? Что пришло на смену этой теории? 70 лет назад началось фримингемское исследование сердца в Соединенных Штатах. Его проплатили федеральный, по-моему, проплатил, если я не ошибаюсь, Конгресс непосредственно ассигнование на него выдал. Регулировали его федеральные органы власти. Через первые 10 лет его планировали вообще закрыть. К чертям собачьим, прошу прощения. Но не закрыли, поскольку признали, что все-таки это довольно неплохо. Довольно неплохо. Так вот, фримингемское исследование, это благодаря этому исследованию, оно, кстати, продолжается и сейчас, в него приглашают участие. Можете зайти на сайт, совершенно спокойно посмотреть. Теперь они уже обследуют третье поколение, фактически, людей, которые вошли вот в фримингемское исследование в конце 40-х годов. И уже какие-то очень вычурные генетические, определяют генетические факторы риска, генетические причины, факторы и маркеры риска. Да? И вот, собственно, само понятие «фактор риска», оно пошло от фримингемского исследования. Я даже вам скажу, откуда он взялся. Это первая работа Томаса Доубера. Томас Доубер – это тот самый... первый руководитель фримингемского исследования, в его работах появляется термин «фактор риска». Вот смотрите, здесь вот название одной из его статей, одной из его первых статей. Первую статью журнал зажилил и, в общем, хочет сильно много денег за нее. Но мы люди не гордые, мы нашли вторую, третью, четвертую и все подряд, которые он публиковал. Он не так много публиковал, статьи его, правда, крайне интересные. Как врач и эпидемиолог,
и руководителя, он был очень щепетилен, и данные его на самом деле легко проверить. Так вот, это шестилетнее наблюдение в Фримингемском исследовании. Здесь он говорит о некоторых факторах, связанных с развитием ишемической болезни сердца. В будущих публикациях они превращаются в фактор... Смотрите, не ишемическая, а коронарная. Ну, по сути, это одно и то же. Нет, вот давайте. Для нас, нашей целью... Для меня нет. Хорошо. Хорошо. Я понимаю, что ишемическая болезнь сердца может быть причиной сифилис, например, коронариит. Да нет такой болезни, слушайте. Это раздел, в который входят разные болезни. Само собой. Но они по-английски пишут ишемические болезни сердца. Для Доубера коронарные болезни – это примерно то же самое. Я потом расшифровывал. Я просто сейчас думаю, что мы слишком много времени на это потратим. Хорошо. Неоправданно. Все-таки вернемся, с вашего позволения. Итак, факторы ассоциированные потом превращаются в факторы factors of risk, и только потом в известные нам риск-факторы. Но тем не менее, авторство Доубера со товарищей здесь очевидно. Вот еще, на что обращает внимание. Первоначально Доубер со товарищами в отношении коронарной болезни сердца, давайте скажу так, в отношении коронарной болезни сердца гипертонию как фактор риска-то и не расценивают. То есть они притягивают гипертонию к сосудистым заболеваниям мозга, да? Мы сейчас это назовем. Ну, назовем, да, сосудистое поражение мозга. В основном. Потом только со временем это происходит. Почему? Ну, посмотрим, увидим почему. Попалась мне тут на глаза очень интересная статейка 2016 года, относительно недавняя, о вкладе Фримингемского исследования в эпидемиологию коронарной болезни сердца. Пусть будет так. Где, ну, довольно много. На самом деле Фримингемское исследование – это наше все. Очень много всего с него началось. Здесь у меня обращаю ваше внимание на некоторые строчки, да, сейчас просто скажу. Со ссылочкой идет. Первые статьи, которые, да, значит, четырехлетнее исследование оригинальной когорты определило, что коронарная болезнь сердца была позитивно, положительно ассоциирована, то есть положительная прямая взаимосвязь с гипертонией, ожирением и уровнем холестерина крови. И ссылается на то, что действительно в этой работе, это был первый вклад в сильную ассоциацию между ИБС и гипертонией. Вот это дело меня, конечно, напрягло, я статью эту нашел и начал смотреть. Вот, собственно, таблица, которая описывает гипертонию. Ну, обратите внимание, тут требуется пояснение. Во-первых, это 898 людей, гипертоников, которые вошли вот в эту выборку из 5000 чем-то человек, которые имели гипертонию. На самом деле они здесь имели не только гипертонию. То есть здесь определенные гипертензивные болезни сердца, то есть гипертония плюс гипертрофия левого желудочка. Дальше определенная гипертония, чистая гипертония, возможно гипертоническая болезнь сердца, то есть либо гипертония с... подозрительным, но непонятно, есть там или нет, с сомнительными результатами. Либо гипертония насчет гипертрофии желудочка, либо сомнительная гипертония при наличии гипертрофии желудочка. Дальше, пограничная гипертония. К моему удивлению, они пользовались теми нормативами, от которых мы отказались в 1999 году, хотя в каких-то других исследованиях американцы немножко другими нормативами пользовались. Нормотензивные, просто взрослые, и отбросили другие заболевания, то есть ревматизм, другие какие-то болезни. Здесь четкое пояснение, поскольку он вообще эпидемиолог, он и ученый, он четко пояснил, что к каждой категории относится. И что мы видим, если мы посмотрим, да, средний риск развития, что здесь у нас, риск чего? Риск развития ишемической болезни сердца, мы сейчас не о смерти говорим, для всех людей это 58 на 1000 в Фримингеме, при этом с определенной гипертонией 81, пограничный 62, нормотензик 26. Что бросается в глаза? Во-первых, какого фига вы выкинули вот этих вот товарищей? Они, собственно, размазывают эту немножко картину. Ну, знаете, бешеные собаки 7 верст не крюк, поэтому я все-таки решился пересчитать.
И действительно пересчитал, взял в толк гипертоников, никаких гипертонической болезни сердца, которую не понятно, ну понятно, что он обозначает, только гипертоников, у меня вроде бы получается действительно есть статистическая значимость. Статистическая значимость – это значение P точного теста 0,02, меньше чем 0,05, но поскольку мы сравниваем одновременно три пары признаков, интересно посмотреть, между какими парами эти изменения значимы. Ну, соответственно, программа, которой я пользуюсь, разрешает это делать с помощью поправки SEDAC. И здесь мы видим, что разница-то у нас имеется только между первой и третьей группой. То есть между людьми с самым высоким и самым низким давлением. То есть нормотензиками и тех, которые выше, чем 160-95. Она статистически значимая разница. А вот то, что borderline, извините, 140 до 160 и 90-95, оно на самом деле значимо не отличается ни от тех, ни от других. Потом, это мне очень понравилась такая находка, крайне интересная. Потом я понял, что на самом деле, с точки зрения совсем-совсем математической статистики, это тоже неправильно. Мы не можем ни одну группу исключить из анализа. Потому что вот такие вот цензурированные наблюдения, это на самом деле не есть хорошо. Поэтому, ну что, пришлось еще раз пересчитать до Убера, включив все. Удивитесь. Различие незначимо. Ну, я далек от того, что кто-то кого-то хотел мистифицировать или еще что-то такое провести. Но на самом деле, по результатам первых там, 4-7 лет наблюдения, разницы-то никакой нет, статистически значимой. То есть вся наша, именно с этого началось, с Фремингена, вся наша установка насчет того, что существует какая-то взаимосвязь между... Я сейчас не говорю про инсульты, да? Про инсульты я пока не говорю. Пока не говорю. Может быть, когда-нибудь потом поговорим. А вот между ИБС и гипертонией, она на самом деле, во всяком случае, в самом начале высосана из пальца. И вот после этого сразу как-то стало веселее жить и проще. И решилось посмотреть, а что же такое у нас на сегодня-то происходит. А на сегодня вот что у нас происходит. Одно, у нас на самом деле происходит когортное исследование. Это когортное исследование, ну, мне очень понравились результаты. На самом деле они объединили результаты двух когортных исследований. Именно пациентов пожилого возраста и старческого возраста, они сравнивали влияние артериальной гипертонии на смертность и развитие гериатрических синдромов. Одно из этих исследований называется «Эвкалипт», другое, вот честно говоря, сейчас вылетело из головы, но не суть, потому что до и есть, статью, пожалуйста, читайте, она в свободном доступе. Так вот, что здесь пишут? У людей с синдромом старческой астении и низкой скоростью ходьбы наличие гипертонии было ассоциировано с более низким уровнем смерти. Оказывается, гипертония в пожилом возрасте, в когортном исследовании, нормальном, это фактор защитный. Мы загоняем сейчас наших пожилых пациентов, ну потом опять вернусь к этому, в гипотонию. Убиваем их слегка. Еще одно когортное исследование, ну наше все, здесь НМИЦ терапии профилактической медицины, плюс Высшая школа экономики, которая представляет школьников, он же представляет Росток, Институт на демографии в Ростоке. Так вот, еще одно когортное исследование, истинно когортное, то есть вот реально люди, большая когорта, которые вымирали. Вымирали и за этим смотрели. Это смертность мужчин и женщин среднего пожилого возраста. Молодежь сильно не включали, но средний пожилой возраст. Так вот, какой результат? Опубликовано совсем недавно, в 2021 году. Повышенный уровень АД, особенно на фоне антигипертензивной терапии, статистически значимо повышает риск смерти от всех причин и сердечно-сосудистых заболеваний, но только в женской когорте. А вот на мужиков это не работает, на самом деле. Как интересно. Я надеюсь, что я вас тоже немножко удивил. Еще одна работа. Это докторская диссертация. Из нее выдержка, вот тут вот такие графики, рисуночки посмотрим. Докторская диссертация, да, в 2021 году защищена была. На что здесь обратить внимание? Во-первых, я вам скажу, это не реальная когорта. Это исследование построено на основании исследования эссе. Эссе – это одномоментное исследование. То есть одних и тех же людей мы не наблюдаем на протяжении какого-то времени. Во всяком случае, это так не всегда получается. Это когорта, которая выстраивается искусственными методами, то есть она гипотетическая. Ну, предположим, что на самом деле я неправильно понял, и когорта это была даже реальная. Посмотрим, насколько же уменьшилась вероятность. Да, вот это красненькое, это у нас люди без гипертонии, выживаемость, да, дожитие.
а синенькое – это люди с гипертонией. Так вот, оказывается, что на самом деле наличие гипертонии увеличивает выживание мужчин в течение 7 лет на 2%, на 3%, ну где-то там 2-2,5%, около 3%. А женщин так примерно процента на 2%, поменьше. Ну, мы сразу начинаем представлять, что у нас когорта людей, страдающих гипертонией, она не одинаковая. Там есть люди, у которых давление 160-95, есть люди, у которых давление 210-120, например, есть люди, у которых давление 140-90. И мы все их лечим. Одинаков ли будет эффект? То есть, на самом деле, в 90-е годы мне встречалась интересная публикация. Сейчас я, мне ее просто не найти. Поэтому придется вам верить либо мне на слово, либо не верить. Так вот, для предотвращения одного инсульта, по-моему, там было про инсульты, по старым нормативам, то есть артериальное давление 160-95 и выше, требуется лечить что-то порядка 7 человек в течение года. То есть вот это число больных, которых необходимо лечить. Значит, для предотвращения одного инсульта при давлении 140-90 надо лечить что-то около 2000 человек. Вот. Теперь мы посмотрим эти 2000 человек, которые принимают лекарственные препараты, и попытаемся посчитать, а можем ли мы посчитать вообще вероятность побочных действий? То же самое в таких же терминах ЧБН. И то ли мы делаем, когда мы вмешиваемся в общем-то, не до конца нам понятную, причем, наверное, все-таки маркер, а не непосредственно фактор. Ну, еще, куда мы идем? Ну, смотрите же, как это, опять же, немножко истории, да? В 80-е, 90-е годы появились новые гипертензивные препараты. Они реально позволяют контролировать ВАДЭ в отсутствие всяких адельфанов, тридизидов и прочее, и же с ними резерпинов. Но и в то же время не является клофелином, на который пациент посадил, и с него уже снять не представляется возможным. Ну, и плюс побочка вся для клофелина характерная. Поэтому хотелось подождать результатов эффективности. То есть, ну, а в итоге эти новые препараты стали соревноваться друг с дружкой. А вообще никто, и, похоже, и не задавался вопросом, а надо ли. Зачем ждать? И в 1999 году пришло трагическое событие. Международное общество гипертонии принимает нормы Joint National Committee, пятого пересмотра американского, и меняет точку разделения больных и здоровых, убирая пограничное АД, отменяя его и относя всех бывших пограничников, в кавычках, да, к категории больных гипертонии. Соответственно, распространенность артериальной гипертонии в популяции вырастает в разы. Лечить мы можем долго, и сами понимаете, когда много людей, которые покупают каждый день вашу таблетку, это вообще все очень хорошо. Нам с вами хорошо. Сегодня у нас есть в терминологии прям высокое нормальное АД. Высокое, то есть есть просто нормальное АД, а есть высокое нормальное. Оно как бы нормальное, но оно уже высокое. К чему нас подводят эти окна Овертона? А к тому, что со временем мы будем лечить с вами это высокое нормальное давление. Мы будем его обязательно лечить. А этих людей уже не 30-45%, не 15%, как было там когда-то, до 99-го года. И даже не до 50, как сейчас, а процентов это к 70-80. А это совсем хорошо. Если мы посмотрим современные клинические рекомендации, мы начинаем даже не с лечения, не с двойной, а с тройной терапии. С тройной терапии. Как это хорошо? Как это хорошо подсадить большую часть населения Земли, ну, во всяком случае, развитых стран, которые могут позволить себе лечение, на лекарства, ежедневный прием. Во всяком случае, тут что-то, я сейчас не про всемирный заговор, но есть некоторые основания полагать, что, возможно, здесь присутствует некий конфликт интересов. Ну, а теперь, как измерять? Мы поговорили о том, что вообще все не так однозначно, как хотелось бы. Как хотелось бы нам представлять. А вот теперь, каким образом мы это делаем? На самом деле, до сих пор действующий приказ, редакция действующая, но совершенно невыполнимый приказ, от 24 января 2003 года, номер 4. Длинным названием, но там есть правила измерения артериального давления. Поскольку времени очень много, совершенно телеграфом просто пролечу. Понятно, что это метод Короткова. Другие методы отклоняются от 5 до 15% случаев.
Теперь мы уже с вами считаем, что и систолическое мониторирование подходит, и что не амбулаторные измерения, а самостоятельные измерения тоже нормально. Ну, понятно, так же больше гипертоников будет. Дальше. Не менее 50 минут должна быть адаптация к условиям кабинета, что в наших условиях, особенно в условиях приема врачебного, не консультативного, не мыслимого. Не делаем. Стоя, сидя и лежа, бог с ним. Каждые 5 сантиметров смещения середины манжеты относительно уровня сердца приводит к завышению или занижению давления на 4 миллиметра крупного столба. То есть, если ноги не скрещены, опоры на спинку, глубокое дыхание тоже нельзя, то есть, это такая вообще-то процедура. Наверное, сильно представляете, что мы не меряем таким образом давление, не измеряем. Да, о том, что если стол низкий, то надо специальную подставочку на весу. Округляем значение до ближайшего четного числа, не до 5 нуля, это недопустимо. Манометры требуют регулярной поверки. Измерение АД нормальной, ну, стандартной манжеты, которая идет для взрослых, только при охвате плеча 23-33. В остальных случаях специально размеры манжет. Сколько у нас с вами размеров манжет? Да ладно. Я знаю, что такое найти широкую манжету. Практически невозможно в аптеках. Да и в медтехнике тоже. Ну и маленькую манжету тоже так, педиатрическую специально искать приходится. Дальше. Ну, каким образом накладывается манжета? Чтобы головка фонендоскопа ни в коем случае под манжетой не присутствует. Как измеряем давление? Много всего, да. Пальпаторную пробу, которую мы тоже в быту не делаем. А дальше уже пошло, что измеряем на одной руке, если асимметрия, то меряем, пока все не устаканится, и разница будет небольшая между двумя последними измерениями. И дальше почему-то за уровень берем среднее, принимаем среднее, что тоже непонятно. Наша задача выгнать человека из категории гипертоников как можно быстрее, а мы вот наоборот пытаемся всеми силами его туда заманить. Ну, понятно же почему. Так. Дальше. Существует еще такое понятие, как раз повышенная ригидность крупных артерий. У пациентов возрастной группы часто наблюдается повышенная ригидность, которая препятствует спадению при компрессии. При этом метод Короткова дает псевдогипертензию, которую мы тоже лечим благополучно. Вот такая вот история. И не проверяем мы никакую ригидность при этом плечевой артерии. Ни пальпаторную пробу, ни ультразвуковыми методами. Просто мы лечим этих бедных бабушек и дедушек. А их на самом деле лечить-то и не надо, как нам показывают исследования. Спасибо за внимание. Если есть какие-то вопросы, с удовольствием отвечу. Я, честно говоря, сам шокирован за последние 2 дня. Там, причем, можно столько всего еще накопать интересного по поводу гипертонии. Может быть, когда-нибудь вернемся. Единственное, только не в следующий раз. Если можно. Хорошо. Можно мой слайд еще вывести пока? Вопросы. Значит, на самом деле мы сделали ГОСТ в 2008 году. Он действующий. Называется «Технология выполнения простых медицинских услуг. Функциональное обследование». Это касается в основном сестринского процесса. Но там тоже довольно подробно изложена технология измерения артериального давления. Откуда это все родилось, я вам скажу. Я несколько раз выступал перед всякими высокопоставленными людьми, академиками, и говорил, что у нас никто не умеет измерять правильное артериальное давление. И каждый раз меня топтали, кричали, наезжали. Ну и вот в результате мы родили эти приказы, написали, как измерять давление. Но я обращаю ваше внимание, что это все 20-летней давности, извините. И за это время очень много произошло событий. В частности, мы повсеместно пользуемся сейчас не методом Короткова, а другими методами. Если я правильно понимаю, их там не один, а два еще. И ничего про это в ГОСТе нет. И в приказе, естественно, 2003 года тоже нет. Uh-huh. Вот, поэтому, да. Мы провели обследование вот с помощью нашей дистанционной технологии в Карелии. У нас такое есть популяционное исследование, там порядка 3500 человек. Ну, можно говорить, что это когорта жителей отдаленных деревень. Вот. Мне сейчас Андрей, конечно, напомнит цифру, но у меня впечатление, что среди больных, у кого поставлен был диагноз гипертонии, примерно у половины было нормальное давление.
это значит, что им гипертонию ставили просто потому, что они сутки ехали до врача, ночевали там где-нибудь на лавке, и после этого им не дали 5 минут отдохнуть, просто померили, сказали, вот у вас давление повышено, вот вам гипертония. А в Карелии в это время шла программа, проект республиканский по лечению гипертонии. И там половина людей просто гипотоников. Их закармливают препаратами, они верят врачам. Они ходить с этими давлением не могут. Но, тем не менее, вот до обмороков. Ну, я вижу, тут да, вы подтверждаете, что это все так и есть. Вот. Какие вопросы? Давайте, пока Андрей Александрович тут и живой еще. Не, я думаю, что вас вынесут как-нибудь. Вы же там на Институт профилактической медицины наехали, я правильно понимаю? Напротив, они публикуют правду. А, они правду. Это они публикуют. А, ну это они вам могут не простить правду. Значит, в отношении пожилых больных это называлось когда-то склеротической гипертонией в 70-е, 80-е годы. Это много обсуждалось. И всегда говорилось, не надо лечить стариков от давления, оставьте вы их в покое. У них совершенно другая ситуация с жизнью. Вы им снижаете давление, они помирают. Кстати, не надо лечить от давления, ну, во всяком случае, интенсивно лечить больных с хронической почечной недостаточностью, ХБП. Та же ситуация. Вы им снижаете давление, у них падает перфузия почечная, они прогрессируют с почечной недостаточностью. Но сейчас это все отменили. Я вообще, когда читал рекомендации, я в шоке, у нас отменили симптоматические формы гипертонии. Они просто теперь не существуют. Но там нет в рекомендациях этого. Они, как называется, резистентные гипертонии. Вот. А то, что это совершенно другие болезни, ну какая, почему давление не является болезнью? Это все-таки просто признак. Вот, поэтому, к сожалению... Причем признак, Павел Андреевич, извините, это просто пассажирская переменная во многом. То есть он свидетельствует о том, что, видимо, где-то какой-то риск повышенный, но не является причиной этого риска. Не надо путать эти две вещи. Это не фактор риска, это маркер. Ну да, это проявление. Ну я, кстати говоря, хочу заметить, что у меня тут точное ощущение, что большая часть болезней хронических, так сказать, неинфекционных, на самом деле имеет инфекционный характер. Ну недаром мы сейчас вот шизофрению зацепили. Я же не просто так это все вещаю. А я разговаривал с психиатрами, они мне говорят, да, у нас сейчас это теория номер один. Инфекционно-опосредное повреждение мозговых структур с развитием всяких вот таких функциональных вроде бы вещей. Мы их не можем зацепить, мы их не можем увидеть, но связь-то точно есть. Я в прошлый раз докладывал больного, у которого на ковиде случился психоз, и сейчас вот видите, мальчик тоже такой психически пограничный. Вот, поэтому, ну, вы же знаете, что про атеросклероз очень многие там искали и возбудители атеросклероза, и вообще все, что связано с атеросклерозом, это воспаление, это совсем никакой холестерин тут рядом не лежал, это выдумки промоутеров. Вот, то, что Big Pharma работает, друзья, это мы абсолютно все в этом уверены, мы все это понимаем, вопрос в том, как этому противодействовать. Ведь нас сжирает Big Pharma. Ну, сейчас немножко, может быть, в связи с санкциями будет полегче, но, в принципе, нет. Ничего хорошего в этом нет. Вот. Про статины я даже боюсь начинать. А я люблю. А, кстати, есть прекрасный фильм про статины. Посмотрите, американский боевик такой. Даже детектив, наверное, боевик, не знаю. Как вводили статины, как врали, как убили там врачей. Да, там черти что. И это все правда, главное. Это по событиям известным. Знаете этот фильм, нет? Я нет. Ну, я сейчас Андрея попробую. Может, он вспомнит, как он называется. Но он есть, он интересный, хорошо сделанный. Так. Таблетка. Таблетки или таблетка? Таблетки? Вот побочные эффекты, таблетки какие-то есть в фильме. Ну, надо посмотреть. Так. Здоровье сосудов – это непонятно что. Нормальный эндотелий.
Холестерин, послушайте, холестерин – это такой же признак, как гипертония. Это признак болезни. Холестерин при любом воспалении повышается, неважно каком. Это не признак атеросклероза. Мы боремся с холестерином, как мы боремся с давлением, не пытаясь понять, симптоматическая гипертония, не случайно ее зацепил, это же отдельная тема. Там давление просто признак, лечить надо совершенно другие болезни. Также, то же самое с атеросклерозом. Не те, нет? Ну вот тут про пожилых прямо все пишут, про пожилых. Ну да, пожилых не надо трогать. Нет, вот Андрей говорит, что это не те названия. Ну ладно, найдем, скажем. Вот в отношении «все от нервов» была такая тема когда-то. Называлась она нервизмом. Шло это якобы от Павлова, который ничего подобного вообще никогда не писал. Нам все это насаждали. Это примерно как лысенковщина там была, только это была Иванова-Смоленковщина. Физиология, физиолог такой был. Вот, сейчас это все оставлено, и все эти разговоры про стресс и про все остальное, они, ну, так очень относительны. Да, давление повышается на стрессе, это правда. Но оно также и снижается после того, как стресс прошел. Вот, поэтому тут вопрос такой неоднозначный. Все от нервов, и мы сегодня как-то на нервную систему при гипертонии, насколько я помню, почти не воздействуем. Да, клофелин и, как он, фензиотенс, да, физиотенс, да, это из одной группы препараты. А, кстати говоря, а что клофелин? Почему физиотенс можно, а клофелин нельзя? Это же одно и то же. Побочки много. А физиотенс? Насчет физиотенса не уверен. Надо смотреть. Так вот сходу. Надо вспомнить, ну, кардиологическое прошлое. Значит, я-то большой любитель клофелина, но для острых ситуаций. Да, да. Он потрясающе в острой ситуации снимает давление. Вот этот сам каптоприл, налоприл и клофелин. Клофелин лучший. Лучше, но он еще дает там такой удар по голове, ощущение пыльным мешком из-за угла, что человеку просто уже не до давления. Ну, по-разному, по-разному, не знаю. Мы им очень широко пользовались на диализе, это был препарат номер один, тогда не было этих самых ингибиторов АПФ. Ну, не то чтобы он против, потому что клофелин для длительного использования постоянного не подходит, он уж очень... Это другое дело, да. Наша же цель – это профит, доход. Что мы заработаем на клонидине? Он стоит копейки. Да. Но гемитон, которого вы, может быть, уже не застали. Застал. Застал. Это был препарат, который нельзя было достать. А это всего лишь был клофелин. Да. Тот же клонидин. Так, тот же клонидин, да. Дистресс. Тоже моя диссертация. А? Тоже моя диссертация. Хорошая. Дистресс? Да. Могли бы поговорить об этом. Да? Ну, слушайте, сейчас уже время 8 часов. Мы и так, народ, сегодня. Нет, он не вызывает зависимости, но он действительно на психику действует. Слушайте, ну это же средство бандиты используют. У меня, кстати говоря, была ситуация на конференции, нас мужика траванули, обобрали. Какие приемлемые для пациентов пожилых цифры давления? Не скажу. При которых он себя хорошо чувствует. Вот у меня твердое ощущение, что с пожилыми надо очень аккуратно. Да, и с сахаром аккуратно, и с давлением аккуратно. Не надо их загонять в какие-то гипосостояния. Павел Андреевич, мы с вами уже вторую тему подряд говорим о разнице между некими лабораторными инструментальными показателями и клиническими вещами. То есть, если у человека есть клиника гипертонического криза, то надо что-то с ним делать. Нет, но это другой вопрос. Ну, что туда лезть, господи? Мы видим, что это убивает наших пациентов. В общем, если он себя хорошо чувствует, если у него нет одышки, там, стенокардии тяжелой на фоне высокого давления, не надо его уж очень так
лечить от давления. Прими таблетки 18-й год. Не уверен, что это так. Потому что фильм, мне кажется, старше гораздо. Геомагнитная обстановка. Влияет. Доказано. Как, непонятно, но влияет. Ну, особенно не геомагнитное, а давление влияет очень сильно, атмосферное. Там еще и геомагнитное. Какая была история? Регистрировали одновременный всплеск, например, уровня кортизола у женщин в разных частях мира. Трудно объяснять, если там, к примеру, в Аргентине, в Европе и где-то в Австралии одновременно, ну, так, он колеблется где-то, он подскакивает. И объясняют это действительно воздействием солнечных этих излучений. Отсюда пошло понятие магнитная буря, то есть оно... Потом уже стали, ну, возможно, что на самом деле причина-то здесь не в магнитной буре, а с чем-то другим, но непосредственно с ней связано. Но так глубоко мы не убираем, не забираемся, во всяком случае, магнитные бури, они влияют на состояние здоровья человека. Мы одно время пытались, опять же, на диализе посмотреть, у нас много больных умирало на диализе, тогда был плохой диализ, и мы пытались связать это с плохой водой, с временами года. Ну, что-то у нас получилось, что только по весне, когда снег тает, и вода становится плохой, но тогда не было системы очистки воды. Действительно, немножко повышалась смертность среди этих больных, но так, бездоказательно. Все остальное. Прошлую субботу большое количество пациентов с гипертоническими кризами. Ну, я еще раз повторю, погода меняется, давление меняется. Вот можно тут еще один вопросик? Надо как-то, наверное, отношение к доказательной медицине, сколько в ней объективности по поводу гипертонии, липидемии и т.д. Уважаемые коллеги, доказательная медицина – это инструмент в работе врача с пациентом. Вот. Это инструмент объективности, в нем ровно столько, сколько в человеке, который его применяет. Это использование методов исследования. Да. Ну, мы можем использовать методы разных исследований, в том числе и не очень хорошего качества. И таких примеры налево и направо. И Big Pharma этим тоже занимается. Разве у них не доказательная медицина? Доказательная. Только это не медицина, да, это не инструмент. Они пользуются результатами других исследований. Не всегда, ну, исследования в большинстве случаев все-таки неплохого качества, но не всегда. Трактовать же можно по-разному. Можно что-то показать, что-то не показать. Есть систематическая ошибка публикации, например. Данные, которые не публикуются, которые невыгодны к публикации, соответственно, потом на них реже ссылаются. Они не попадают в справочник. Мы же знаем, что большая часть исследований не публикуется. Да. Для этого попытались ввести обязательную регистрацию исследований, но, тем не менее, все равно не все исследования публикуются. Это значит, что там могут быть получены результаты, не подтверждающие исходную гипотезу, за которую кто-то заплатил, и эти результаты не публикуются. Но я лично с таким сталкивался. У меня была история, я прям могу рассказать, с замечательным аппаратом Алмак. Все наверняка про него знают. Да? Конечно. Значит, мы провели контролируемые, рандомизированные многоцентровые исследования, доказали абсолютно отсутствие эффекта. Но в результате каким-то образом, я до сих пор не могу понять, детективная история, сотрудник кто-то взял и подал в компанию, ну, во всяком случае, так они говорят, подали другие данные, что все работает. У нас то, что я подписывал, не работает, а компания говорит, а у нас вот есть с вашей подписью, что работает. И я специально публиковал даже статью по этому поводу, с таким названием «Детективная история», что Алмак не работает. Они хотели судиться, но как-то торговля у них идет неплохо. Мои слабые усилия в этом плане не оказали действия большого. Вот. Значит, отношение к доказательной медицине, ну, вот ответ понятен, да, наверное, я надеюсь. В прошлую субботу большое количество пациентов с гиперкризом. Вот справедливо Андрей задает вопрос, а новостная лента не могла подействовать негативно? Могла. Мы же не знаем. Так, регургитация первой второй степени на клапанах после 60 лет предотвратить состояние хорошей фракции выброса. Нормальная НОР-АД, это нормальная, надеюсь, да? Это возрастное изменение или патология?
Ну, регургитация на клапанах, в общем, считается все-таки патологией. Так, чтобы... Это же у конкретного человека, не вообще, да? Значит, ну, там бывают склеротические изменения клапанов, которые дают такую регургитацию. Надо смотреть степень нарушения функционального и решать вопросы конкретно. Так это невозможно обсуждать. Так. Так, я чувствую, мы возбудили народ. Подъем давления в дневниках СМАТ именно при просмотре телевизора. Ну, конечно. Андрей предлагает лечить гипертонию правильной подборкой контента. Тоже хорошее. Практика показывает, что это не работает. Ну, в интернете мы себе подбираем контент, который мы себе сами подбираем, а подбираем мы такой, что все равно потом в кризу вылетаем. Мы и подбираем такой. Нет, ну, может... Нет, другое дело, это цензура на телевидении или советское телевидение? Возможно. Во-первых, Кашпировский, вспомнишь, он тоже работает. Ну да. Вот. У меня, правда, была больная, которая померла после его сеанса. Во-вторых, мы же с вами сидим в информационных пузырях, которые сами себе надуваем. Мы создаем там же в интернете есть специальные технологии, которые подбирают вам по вашим запросам. Если вы, например, от чего-то начинаете отказываться, то вам начинают другие какие-то подсовывать вещи. Теоретически можно сделать лечебный информационный пузырь, который будет вас убаюкивать и снижать ваше давление. Ну, вот, с Алмагом в маньяках продолжается исследование. Кто бы так, музыкотерапия, лесотерапия. Лесотерапия – это лес пилить? Или что? Или гулять по лесу? Очаги глиоза в белом веществе мозга после ковида. Ну, мы показывали в прошлом году женщину с 50 очагами доминилизации, которую мы успешно пролечили после ковида плазмафорезом. С очень хорошим клиническим результатом. Творчество, искусство, музыкотерапия. Там по этому поводу очень много всего. Никто против этого не возражает. Вот честно скажу, я, конечно, могу поиздеваться, но все за то, чтобы люди ходили на выставки, слушали музыку, ходили гулять по лесу, там, дышать природой, слушать соловьев. Вперед, друзья мои, вперед, только хорошо. Но это рекомендация общего характера. Плазмафорез 77 лет не противопоказан. И даже в 110 лет не противопоказан. У него нет противопоказаний. Единственное противопоказание к плазмафорезу – это отсутствие показаний. Герудотерапия. Ну, я не очень против герудотерапии, потому что это гепарин, герудин точнее. Он впрыскивается. Я помню 23-ю больницу, где подряд всех лечили, при том, что Елена Юрьевна Васильева была главным кардиологом Москвы, и в кардиологии спокойно применяли герудотерапию. Но при этом хочу напомнить, что у нас есть одна известная смерть от пиявок. Вы знаете, я надеюсь, эту всю историю, нет? Не знаете, рассказываю. У нас был такой известный очень человек, по фамилии, по имени Николай Васильевич Гоголь, который страдал от носа. Нос у него был длинный, и для него это было очень такой тяжелой травмой. И, собственно, из-за этого у нас появился рассказ «Нос». Так вот, ну это доподлинно известно. И вот ему, значит, в качестве лечения под нос поставили пиявку. И когда она у него выросла, у него случилась паника, это, говорят, причина его смерти. Насколько правда, я за что купил, зато продал. Ну, вы же тоже любите байки рассказывать, дайте я тоже расскажу. Хорошо, консультации непонятных пациентов есть у нас. Друзья, у нас половина пациентов непонятные. Мы являемся последней надеждой для людей. Вы не поверите, что нам пишут больные, когда... Они нам пишут, вот этот мальчик, прошедший, папа точнее, прошедший все круги ада отечественной медицины,
которого все послали, его просто все посылали. Этого не может быть 42 года. Да, что вы нам рассказываете? Вот он к нам пришел именно с этим разговором, что мне посоветовали к вам как последнюю инстанцию. Вот мы с ним уже третий месяц возимся. Это не второе мнение, это последнее. Я согласен с таким заключением, Светлана. Не, ну мы носимся как? Мы вот сегодня получили энцефалограмму. Я уже проконсультировал одного своего знакомого. Он уже дальше понес к следующему знакомому. В общем, мы не бросаем больных. Насколько влияет ковид и постковид на уровень липидов? Ну, никто не занимался, мы этим заниматься не будем. В чем здесь липиды? Смерть от витамина D дальнобойщиков – крылатый рассказ. Так, друзья мои, после того, как мы это все рассказали, выяснилось, что Малеев, академик, эту историю много лет рассказывал сам, что это абсолютно доподлинная история. Там выяснилось, что витамин D возили в масле для птицефабрик, о чем вы не сказали. Там не просто это был витамин D, а это высокое... Нет, ну просто он рассказал это все. Про... Я не знал. Ну и я не знал, естественно. Вот, что это была гипер, так сказать, доза витамина D для птицы, потому что им давали, и как бы, ну, им что там, пожили несколько дней и на убой. Вот. Хорошо. Тогда мы с вами сегодня, наверное, заканчиваем, да, 8 часов. Мы сегодня что-то совсем очень долго, да. Вот запись по витамину D у нас собрала какое-то обалденное количество людей, потому что ну, мы же возбудили всех, все же сейчас витамин D наше все, а мы тут, понимаете, против. Вот. Ссылка для консультации, заходите в медицинское бюро, набираете и получаете нашу ссылку. Вот Андрей выложил. Хорошо, друзья, мы, к сожалению, через месяц только с вами опять будем собираться, поэтому ждите сообщений. По поводу инсульта у нас сейчас появился невролог, и мы готовы вам тоже оказать помощь. Кстати говоря, мы хотим сейчас развить программу еще по болезни Альцгеймера, по дементным нарушениям, потому что люди брошены абсолютно. Они лежат дома, родственники не знают, что с ними делать, да даже еще не лежат. Вот, по дементным прям вот мы готовы развивать программу, обращайтесь, записывайтесь к нашему, значит, вот неврологу. Мы с ним эту тему уже обсудили, мы выложим сейчас симптом-чекер по выявлению ранних дементных нарушений, которые у нас пока не в свободном доступе. Вот. И, пожалуйста. Мы напоминаем, что мы готовы вас всех взять в наших врачей. Пожалуйста, подключайтесь. Можем сделать вам личную персональную клинику, которую будете вести, не вставая с дивана. Это у нас отработанная технология. Спасибо. Все. Заканчиваем. Всего хорошего. До свидания. Спасибо всем.